Привет, меня зовут Антон Моисеенко, и это рубрика «Clarinet Hack». Я уверен, большинство кларнетистов не начинали свой путь с профессионального инструмента. И, скорее всего, это был какой-то более-менее приличный вариант, на который просто хватило денег. А уже потом, если отношения с музыкой складывались удачно, можно было рассматривать какой-то более серьезный инструмент. Конечно, отдавая ребенка на кларнет, мы не знаем, как сложится его карьера, когда он вырастет. Поэтому отдавать кругленькую сумму за инструмент в самом начале пути никому не хочется. Плюс ребенок еще не до конца понимает, как с ним правильно обращаться, или вдруг у него что-то будет не получаться, и он со злости, например, выбросит его в окно. Надеюсь, никто из вас так не делал. Кстати, а какие манипуляции с кларнетом производили вы, когда были маленькие? Чтобы поменьше заниматься. Поэтому сегодня я хотел поговорить о том, как выбрать свой первый кларнет. И у меня в гостях компания Buffet Crampon и серия ученических кларнетов E11, E12, E13. Итак, на что же нужно ориентироваться, когда мы покупаем кларнет? Правильно, цена. Хотя здесь важнее даже не просто цена, а соотношение цена-качество. Мы, конечно же, хотим получить как можно больше при минимальных затратах. Если вам предлагают пластиковый кларнет с дешевыми гнущимися клапанами за 20 тысяч долларов, не покупайте. Материал. Чаще всего кларнеты делают из дерева, и чаще всего это африканское черное дерево, вот как в нашем случае. Также можно найти пластиковые кларнеты, кларнеты из эбонита. Если хорошо покопаться в интернете, можно даже найти металлические кларнеты прошлого века. Но так как сейчас, я думаю, их даже не выпускают, мы их не будем рассматривать. Обратите внимание на механику. В принципе, клапана на всех кларнетах можно согнуть, но на дорогих и качественных кларнетах это сделать достаточно сложно. А на дешевых и некачественных очень легко. Поэтому, если вы чувствуете, что клапана гнутся как жестяная банка, лучше не берите этот кларнет, иначе у вас будут частые звонки в мастерскую и просьба вернуть клапана на место. Качество изготовления. Разумеется, важно, из чего сделан кларнет, но еще важнее, как он сделан. Вы же не хотите отдать 1000 евро за сам инструмент, а потом 1000 евро постепенно отдавать за постоянные ремонты. Поэтому проверьте все подушки, все клапана, все кольца, все пробки, чтобы все стояло на месте и никуда не отваливалось. Не должно быть никаких люфтов, пробки должны быть надежно приклеены, кольца не должны болтаться и резонировать, механика не должна стучать, а все винты должны быть плотно закручены. Иначе... Алло, мастерская? Строй. Когда мы выбираем мундштук, бочонок, раструб или кларнет, мы постоянно совершаем одну и ту же ошибку. Мы слушаем. То есть это никакая не ошибка, конечно, очень важно слушать, но при этом мы забываем о таком важном параметре, как строй. И если над своим звуком еще можно поработать, то над строем самого инструмента очень сложно или практически невозможно. Поэтому нужно вооружиться тюнером. Если у вас его нет, можно за 10 секунд установить его себе на телефон. Слушать и смотреть. Тембр. Каждый человек имеет свой голос. Также и инструменты звучат по-разному, причем даже в рамках одной модели. Поэтому, если вас устраивает строй, устраивает цена, устраивает все остальные параметры, которые я озвучил до этого, но не устраивает сам тембр, и если тембр ужасный, даже если кларнет пробует ваш друг или ваш профессор, то, наверное, стоит присмотреться к какому-нибудь другому варианту. Кстати, о профессоре. Если вы не очень разбираетесь в кларнетах и собираетесь купить свой первый инструмент, лучше обратитесь к своему другу, профессионалу или к своему педагогу, и они наверняка помогут вам выбрать инструмент вашей мечты. Ну что же, давайте теперь обратимся к нашим героям. Настало время узнать, что представляют из себя эти кларнеты. Обратим внимание на общие плюсы. Все эти кларнеты сделаны из дерева и довольно неплохо звучат, и комплектуются отличными, легкими кейсами. Если вы помните, раньше компания Buffet выпускала кларнеты в таких тяжелых, массивных деревянных кейсах с ключами, которые были, по-моему, никому не нужны. Но теперь ситуация изменилась, и Buffet поставляет свои кларнеты вот с таким очаровательным кейсом, который очень удобно носить на спине. Он нереально легкий, и я думаю, что если бы у меня был такой кейс в детстве, у меня было бы сейчас гораздо меньше проблем со спиной. Я считаю, что это приятный бонус от компании Buffet, так как это дает нам возможность не тратить дополнительные деньги на покупку отдельного кейса для своего кларнета. Так что
Также я хотел бы отметить качество изготовления. Оно на высоте. Я практически не нашел никаких люфтов, за исключением каких-то мелких, которые можно исправить в мастерской. Подушки хорошо кроют, механика работает отлично, все пробки на месте. Из общих минусов я хотел бы отметить такую интересную деталь. Чем младше модель, тем почему-то верхние ноты берутся тяжелее. Плюс к этому я добавил бы неравномерность строя у младших моделей и шумность. Что я имею в виду? Это тот шум, тот шип, который доносится из-под открывающихся клапанов. Давайте теперь о каждом по отдельности. Е11. Я тут решил порыться в интернете и узнать, сколько же он стоит. Я был в шоке. Меньше 800 евро за такой кларнет. Это же просто прекрасный выбор для начинающего. Тем более, что его звуковые качества и качество сборки просто фантастическое для этой цены. И, конечно, такая низкая цена оправдывает некоторые минусы. Их довольно немного, но они существенные. Один из них — это нерегулируемая подставка, хотя на некоторых сайтах пишут, что она регулируемая. Не верьте. Например, если мы сравним с Е12, тут уже можно подрегулировать высоту пальца, что, несомненно, является большим плюсом. Соответственно, если вы покупаете этот кларнет маленькому ребенку, у которого еще не совсем сильные руки, он захочет использовать гайтан, и его просто некуда будет прицепить. Понятное дело, есть специальное крепление для вот такого типа подставок, поэтому, в принципе, я бы не сказал, что это какой-то огромный минус. Еще в колонку минусов я записал бы тот факт, что он очень тяжелый на продув. Так как он предназначается для маленького ребенка, для меня это странно, потому что ребенка, наоборот, должно быть легко. Также я отметил бы неравномерный строй и некоторые октавы просто откровенно немножечко фальшивые. Но вообще я должен признаться, что я был просто в шоке от того, каким приятно может быть звук за примерно 800 евро. Е12. В интернете я нашел этот кларнет по цене примерно 1000 евро. Из плюсов я должен отметить, что он, конечно, очень хорошо собран и звучит гораздо лучше своей цены. И продувается гораздо легче, чем Е11, что для меня очень большой плюс. Здесь есть регулируемая подставка для большого пальца, и она в такой форме кольца для гайтана, что просто двойной плюс. Из минусов все так же я хочу отметить неравномерный строй. Хотя со строем картина, в общем, гораздо лучше, чем у Е11. Это просто даже слышно невооруженным ухом. Е13. Я точно так же зашел в интернет и поискал, сколько же он стоит. И цена оказалась около 1500 евро. По поводу качества сборки, к этому инструменту у меня не было никаких вопросов, кроме одного. Но это такая мелкая деталь, которую запросто исправит в мастерской за 5 минут. По моим ощущениям, на продув он гораздо легче своих предшественников, да и строй у него более равномерный. Точно так же, как у Е12, у него есть регулируемая подставка для большого пальца с колечком для гайтана. Но колечко — это не сказать, что прям большое, поэтому, наверное, не все крюки смогут туда пролезть. Но это такая мелкая деталь, на которой мы даже не будем останавливаться, потому что все-таки Е13 — это уже не инструмент для самых начинающих. Этот инструмент скорее подойдет подающим большие надежды кларнетистам, студентам училищ и, может быть, даже начальных курсов консерватории.
Также я заметил легкую разницу в весе. Я специально для этого принес кухонные весы, чтобы проверить, прав я или нет. Если будут какие-то погрешности, пусть компания Буфе меня извинит. Итак, Е11 725 грамм, Е12 735 грамм и Е13 765 грамм. Вау! Я был прав. Итак, настало время увидеть эти кларнеты в действии. Так как время нашего видео ограничено, я решил сделать короткую версию теста. А если вы хотите услышать все фрагменты целиком, нажимайте по ссылке в описании, слушайте и голосуйте за свой любимый кларнет. Я должен признаться, эти инструменты классные, не только по звуковым качествам, но и по цене. Я не могу выбрать своего фаворита среди них. Все они очень хорошие, у каждого из них есть свои недостатки, поэтому самое лучшее, что вы можете сделать при выборе инструмента, это доверять своему ощущению, своим ушам и своей технике. На сегодня все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, поделитесь видео с друзьями. Пишите в комментариях, какой кларнет понравился вам больше всего и смогли ли вы отгадать все кларнеты. Не забудьте, один из них RC Prestige. Также не забывайте, что если вы хотите услышать полную версию теста, проходите по ссылке в описании. С вами был я, Антон Моисеенко. До скорых встреч!